Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Realme 8 сделать перенос данных с любого устройства, например, с Android на iPhone, с iPhone на Android, с Android на Android, с iPhone на iPhone, как вашей душе угодно. Все, что вам нужно будет сделать, это скачать приложение Send Anywhere, в случае Android устройства из Play Market, в случае iPhone устройства из App Store. Открываем приложение на обеих телефонах. Когда открываем его первый раз, тут принимаем условия использования, там даем ему доступ на все штуки, что он там запрашивает. И затем, чтобы принять файлы, переходим в вкладку «Получить», чтобы отправить, на вкладку «Отправить». И можем отправлять фото, видео, контакты, просто файлы. И затем, чтобы отправить, просто давайте отправим фотку какую-то, выбираем фото. И нажимаем «Отправить». Затем, чтобы принять файл, либо же вводим шестизначный ключ, либо же делимся ссылкой, открываем ссылку и просто получаем файл, либо же наводимся, даем доступ к камере, наводимся на QR-код и получаем файл по QR-коду. И, как видите, передача завершена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.